Доброго времени суток, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина. Я готовлю простые и вкусные блюда из недорогих продуктов. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. Девочки, мальчики, сегодня мы готовим желе из красной алычи. Сезон заготовок продолжается. Я решила сделать из алычи желе. Для его приготовления мне понадобилось... Значит, я взяла здесь 6 килограмм алычи. На 6 килограмм алычи я наливаю 900 миллилитров воды и ставлю на огонь. Мне нужно будет проварить. Накрываем крышку и будем варить с момента закипания. Где-то минут 10-15 буду варить. Так, пенку снимаю. Шкурочки тоже уже поотлетали. Они и были такие вот слабенькие. Хорошо отставали, когда я мыла их на той стадии, как говорится. В общем, все, время вышло. Я это выключаю и оставляю, чтобы остыло. Я вылавливаю понемножку. И протираю через у меня такой... Тогда, оп, шумовка есть. Одной рукой неудобно. Ну, постараюсь. Потом еще блендером это собью все. До однородной массы сделаю. Шумовочку. Там просто полно. Сейчас покажу. Вот, видите? Все, это убираю. Теперь я при помощи блендера хочу измельчить, помельче сделать. Девчонки, вот столько получилось у меня пюре. Теперь я это пюре переложу в кастрюлю, в которой варила алычу. И туда же на каждый килограмм алычи я должна буду насыпать 700 грамм сахара. У меня там 6 килограмм, значит, я 6,7, 4,200 насыпаю сахара. Вот я процедила, я даже не мыла ее сразу, сюда же процедила вот такой сок. И теперь буду переливать вот это пюре сюда. Так, 2 килограмма насыпала и еще 2,200. Все варю. Варим алычевое желе. Девчонки, смотрите. Уже... Время вышло, уже можно... Всю пенку я сняла. Баночки помыла. И теперь разливаю. Там у меня эти... крышки прокипятила.
Разливаю по баночкам, закрываю крышками и убираю на хранение. Девочки, вот такое получилось у меня желе из алычи. Красивый цвет. Баночки я использовала, какие были, с закручивающейся крышкой. Очень удобно. Закрутил все. Поближе покажу, какой цвет. Посмотрите, какой цвет. Девчонки, вот из 6 килограмм алычи, что у меня вышло. Я прям по рядам буду показывать. 5 вот таких вот баночек. Ой. 3 таких. 2 вот таких. 1 такая. И 1 вот такая. Ну, вот эти вот 520 миллилитров. Вот такие. Вот такая баночка 570 миллилитров. Это, я не знаю, наверное, пол-литровая. Вот это 720 миллилитров. И вот это маленькая 220. Вот такой расклад. Использовала баночки. Очень удобно. Помыла, прокипятила, разлила. Приятного аппетита! Заготовки продолжаются.